Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jana Valaba Girivaran Hari Goti Jana Valaba Girivaran Hari Jodanandana Raja Janaranjana Jodanandana Raja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Джаганнат Баладев Субхадра Махарани Ки Джай, Шри Шри Радха Враджа Сундара Ки Джай. Шрила Прабхупада Ки Джай, Нантакоти Вайшнава Вринда Ки Джай, Грантара Чримад Бхагаватам Ки Джай, Нитай Гоура Премананды. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Шримад Бхагаватам, песня 4, глава 12. Друва Махарадж возвращается к Богу, текст 11. Сарватманьячьюте сарве тиврайюгам бхактим удва дадаршья тадаршатмани бхутешу там эва васти там вибхум. Сарва атмани, сверхдуше, ачьюте, непогрешимой, а сарве,
беспредельный. Тивра Окхам, с неослабевающим усердием. Бхактим, преданным служением. Удваган, занимаясь. Дадарша, он увидел. Атмани, верховной душе. Бхутишу, во всех живых существах. Там его. Эва, только. Авастхитам, расположенного. Вибхум, всесильного. Перевод стиха. Друва Махарадж служил Всевышнему, источнику всего сущего, с неослабевающим усердием. Занимаясь преданным служением Господу, он видел, что все сущее заключено в нем, и что он пребывает в каждом живом существе. Господа называют Ачьюта, потому что он никогда не забывает о своей основной обязанности заботиться о преданных. Комментарий Шрилы Прабхупады. Друва Махарадж не только устраивал большие жертвоприношения, но и продолжал заниматься трансцендентным преданным служением Господу. Обычных кармей, которые стремятся наслаждаться плодами своего труда, интересуют только жертвоприношения и ритуальные церемонии, предписанные ведическими шастрами. Друва Махарадж, желая быть образцовым царем, также совершил множество жертвоприношений, но при этом он ни на мгновение не прекращал преданного служения Господу. Господь всегда заботится о душах, предавшихся Ему. Преданный осознает, что Господь, как утверждается в Бхагавад-гите, пребывает в сердце каждого. Ишвара сарва бутанам хриде шарджуна тиштхати. Обычным людям не дано понять, что Верховный Господь находится в сердце каждого, но преданный видит Его. Более того, преданный не только видит самого Господа. Благодаря своему духовному видению он также видит, что все сущее покоится на Верховной Личности Бога. Об этом также говорится в Бхагавад-гите «Мацтанам сарвабутани». Это часть комментария. И так, здесь описывается трансцендентное видение Друвы Махараджи. У него были обязанности царя, поэтому он должен был проводить какие-то обряды для людей, чтобы поддерживать ведическую культуру. Это необходимо. Собственно, ведическая культура поддерживает сатву в обществе. Добродетель в этом ее назначении. Так или иначе, люди должны подниматься на этот уровень. Это и есть прогресс цивилизации, как эскалатор. Подобно этому, те, кто внизу, должны идти наверх, снизу вверх. И когда человек достигает этой цели, очищения, он может заняться чистым преданным служением. Это описано в Бхагавад-гите, при каких обстоятельствах человек имеет доступ к преданному служению. Брахма-бхута, это называется уровень Брахма-бхута, прасанна-атма. Прасанна означает, что человек очень счастливый и радостный. И вот люди должны достичь этого счастья. Брахма-бхуты, неприходящего счастья своей природы. То есть мы как бы с вами должны быть уверены, что в своем счастье, в своей природе счастливы. Иначе, если мы не достигнем этого сознания Кришны, духовного сознания, мы будем зависеть от каких-то внешних обстоятельств в своем счастье. То хорошо, то плохо, матрас, паршас, то каунт, то я, то сезоны, годы меняются, счастье, несчастье меняется нам, то плохо, то хорошо, то плохо, то хорошо. Мы в бесконечном круговороте счастья и несчастья находимся. Но Брахма-бхута означает стабильное, уравновешенное счастье. Это значит, уравновешенный человек, удовлетворенный человек. То есть неуравновешенный человек, он не может быть духовным. Рупа Госвами говорит, уравновешенный человек, контролирующий шесть побуждений, может быть духовным.
может быть духовным учителем. Конечно, нужно еще сознание Кришны, но он должен быть уравновешен. И уметь контролировать 6 побуждений тела. Брахма, Бхута – это как раз тот самый уровень, где человек уравновешен становится. Прасанна, атма, прасанна. Прасанна, прасанна означает счастье, но атма, прасанна, атма – духовное счастье. Мы можем быть счастливы по-разному, тоже прасанна. То же самое слово может сказать об этом, что я радостный очень, счастливый человек. Но именно атма. И вот эта атма, ее не видит никто. В гунах материальной природы люди не могут видеть атму, они теряют знания уже в страсти. Еще даже не в невежестве, а в страсти, они уже лишаются знания истинного. Их знание становится поверхностным. Они смотрят на виды жизни, изучают их. Они изучают движение химических элементов, взаимодействие, движение физических законов, взаимодействие тонких, грубых. Это поверхностное знание в гуне страсти, и продукт его, собственно говоря, забвение, невежество, запутываются люди. Хитросплетение – это очень сложное занятие, говорится, в Гите не рекомендуется эти причинно-следственные связи изучать. Все запутаются, самые великие люди запутаются. Поэтому прасана атма означает ясность, глубокое счастье, и не нужно эти хитросплетения изучать, чтобы счастливым, чтобы как-то манипулировать этими законами физики или социальными движениями, или психологией. Не нужны манипуляции, потому что все уже есть, Прабхупада говорит. Прасанатма, Брахма-Бхута, Прасанатма – это вечная позиция. Она не создается и не разрушается. Ее нельзя достичь какими-то аскезами, ее нужно обрести, вспомнить. Она есть всегда уже. Не потерять невозможно, потому что это наша природа. Но забвение, невежество – это возможно. В этом случае, говорится, что все равно, что потерял, забыл, значит, потерял, ты пока не вспомнишь. Но на самом деле это всегда с нами. Брахма, Бхута, Прасанна, Атма. Нашоти, Наканшати. Человек в этом состоянии не скорбит о прошлом, о потерях. Не поддается скорби в материальном мире. Что бы ни случилось, при даже великих потрясениях он уравновешен. И не желает ничего от будущего. Вот это сочетание двойственности очень могущественно. Ум человека вот под влиянием этих двух вещей, двух сил находится. Сильных желаний и страха, скорби, потерь. Мы теряли что-то, боимся потерять сейчас. Это страх. Страх и желание, страх и желание, страх и желание, страх и желание. Нашотити, наканшати. Нет этого. Все чисто. Нечего бояться. Брахма, Бхута, Прасанна, Атма. Нет никаких материальных отношений, причин для того, чтобы быть счастливым. И затем можно распространять это счастье. Самах сарвешу бутишу. Он равно видит все живые существа. Равно благостно служение оказывает живым существам. И вот этот человек достигает преданного служения, платформы, допускается к этому. И здесь описывает, что Друва Махарадж, он выполнял то и другое. Внешне он действовал как примерный царь. А внутренне он всегда совершал преданное служение. Его истинная природа была другой. Он не считал себя царем или кем-то еще. Он думал, что он слуга Кришны, слуга Вишну. Это чистый преданный. Но внешне он выполнял свои обязанности. Прабхупада рассказывает историю. На самом деле, это то, что мы должны научиться в этом мире, в сознании Кришны. Внешне действовать и внутренне действовать. То и другое. Это искусство. И он приводит историю о Нарада Муни, который проповедовал очень успешно где-то, и одна змея, она присоединилась к движению Хари Кришны. В результате большой программы какой-то, какого-то фестиваля, одна кобра решила покончить с этим материальным существованием.
что толку в этом яде, в этой зависти, она подумала, пойду-ка и предаемся этому святому. И она сказала, ты мне нужно ждать посвящения Гуру Махараджу. Ну, он, конечно, спросил про тесты, про бхакти-шастры, все. Она все должна была пройти, несмотря на свою земную природу. Это не нравится никому проходить какие-то испытания и тесты. Но она сделала это. Решила стать вайшнави. И она дала обеты. Там был еще один обет специально для нее. Никого не кусать отныне. Все. Очень трудный обет для змеи. Если у нас такой характер, то как же? Это трудная задача. Например, не ссориться, если гуру скажет. Иди, но не ссорься ни с кем. Смогу это выполнить. Но эта змея, она на самом деле не кусала. Она была уравновешенной змеей. То есть у нее была глубокая вера в наставление. И она отказалась от этой привычки. Но вид свой змеиный она сохранила. Поэтому возникла большая проблема. Люди-то думали, что это змея. Они ненавидели один и только ее облик. Потому что все змеи злые, завистливые, смертельно опасные, отвратительные. С ними невозможно завести дружбу вообще. Они не знали, что она стала вайшнави. А вайшнав не оценивают по телесному признаку внешнему. Их нужно рассматривать с платформой Брахма-бхута. Но даже если вы имеете платформу Брахма-бхута, очень трудно так посмотреть на змею. Непросто, на самом деле. Равно увидеть друга и врага – непростое дело. И люди стали причинять ей беспокойство, боль, несчастье. Змея не кусается, не поняли, что она безопасна, и стали мстить ей за прошлое. Она сильно страдала от своей природы. Избили ее камнями и палками, несчастная, едва живая. Приползла она все-таки к своему духовному учителю, сказала, Гуру Махарадж, дали мне посвящение, дали мне святое имя. Дали наставление. И я думала, что я буду очень счастлива, когда получу посвящение. Но посмотрите, какой результат, прям противоположный. Я страдаю еще больше. Я страдаю на каждом шагу. Я едва живая на самом деле. Гуру Махарадж. Как так может быть, что после посвящения жизнь так изменилась? Неожиданно. И все только потому, что вы сказали мне не кусать никого. И вот результат. Меня избивают, где только увидят. Поносят, критикуют, оскорбляют, плюют на меня, бросают камни, палками бьют. Вот во что я превратилась. Все мое существование полно боли. Но Нарада Муни, это мудрец среди полубогов, он сказал, глупая, я тебе сказал, не кусать, не кусай, но ты же можешь делать вид, что ты кусаешь. Вот так можешь делать? Если ты змея, тебя никто трогать не будет. Внешне мы должны следовать своей природе. Иначе общество отвергнет нас, будет не любить, ненавидеть, критиковать, плевать на нас. Но внутренне мы должны быть преданы Кришне. Только Кришне. Здесь описывается то же самое. Друга Махарадж не только устраивал большие жертвоприношения, но и продолжал заниматься трансцендентно преданным служением. То есть обычных карми, которые стремятся наслаждаться плодами своего труда, интересуют только жертвоприношения. И вот, чтобы быть образцовым царем, он совершал множество таких жертвоприношений, чтобы помочь людям других укладов. Не все чистые преданные. В обществе, в котором мы живем, мало преданных. Ну, имею в виду вот, в общественно-социальном смысле. У нас в сознании Кришны здесь, в обществе, все преданные. Все, кто остается здесь, это преданные. И чем дальше остается, тем больше преданный. Чем меньше остается, тем меньше преданный. Но он преданный. Если даже хоть сколько-то он побыл, он уже преданный, мы так понимаем. Имеет интерес к Кришне, любовь какую-то к Богу. Он что-то уже делал для него. Но чем дольше и больше он остается, тем глубже и преданность его. Потому что чем дольше преданный остается в практике сознания Кришны в материальном мире, тем больше испытаний он проходит. Это непростая задача, как кажется. Побыть полгода несложно, месяц
3 года, 5 лет, 10 лет не так сложно, я думаю. Но всю жизнь оставаться преданным – это непросто. Это непросто. Знаете, что чувство и ум, они могут бунтовать. Что пожизненно? Это пожизненно, это аскеза, это контроль. Иногда чувство и ум не согласны. Не имею же я, в конце концов, право на какое-то свое личное счастье? Неужели так бесчеловечно сознание Кришны? Все-таки это секта. Да? Так, это ум может такие вещи. Но лишь только потому, что здесь, в этом примере, что, может быть, преданный неправильно занимает свою природу. Потому что в Бхагавад-гите Кришна говорит, что человек не лишается плодов кармы, гьяны и йоги, занимаясь преданным служением, плоды эти тоже приходят к нему. И материальное процветание, и личное счастье. Во всех отношениях преданный должен быть счастлив, на самом деле. Если правильно практикует сознание Кришны. Если он не имитирует что-то или не придумывает что-то. Не создает какие-то новые правила, предписания религиозные. К этому склонны все люди, создавать какие-то новые правила. Итак, материальной природой нельзя пренебрегать. Бхагавад-гита начинается с трансцендентной установки. Арджуна, душа бессмертна. Наджайте мрията вакадачин. Нельзя убить душу, она бессмертна. А потом Кришна говорит, ты кшатрий. Он говорит, о теле Арджуны, о материальной природе. Сражайся. Но Арджуна думал, что вообще-то, если я душа, то нужно оставить материальные обязанности. Как раз вот ситуация, как будто говорила об этом. Зачем же применять такое насилие? Не лучше ли оставить все это, уйти в лес, заняться медитацией? Но Кришна сказал, это у тебя не получится, потому что ты кшатрий. Ты великий кшатрий. Ты душа, но тело у тебя кшатрия. И здесь, также в этом примере, Друва Махарадж, он кшатрий. И когда Нарада говорит, у тебя придет время еще предаться Богу. Куда ж ты идешь, ребенок, пятилетний, в джунгли? Заняться медитацией, ты хочешь достичь совершенства в 5 лет? Нет, дети должны играть, быть под защитой своих родителей. У тебя сейчас время обучения игр. Потом время наступит в старости. Но Друва сказал, хороший ты даешь наставление. Разумные. Но они откликаются в моем сердце, потому что у меня кровь кшатрия, она кипит. Я не снесу этой обиды. Я не снесу такого позора. Я кшатрий. Поэтому я хочу сейчас предаться Богу. Знаете, душа есть, есть тело. Если вы думаете, что их можно разделить ментально, вы ошибаетесь. Просто думая, что душа, и ничего не делая, не выполняя материальных обязанностей, вы ошибаетесь серьезным образом, дорогие преданные, если кто-то так думает. Вы так не разъедините материю и дух, это невозможно. Пока не займете эту энергию в служении Кришне до конца, все, что у вас есть. И тот, кто не делает это, называется скупец в шастрах. Ему дана человеческая форма жизни, человеческая природа, человеческий разум, его индивидуальная природа. А он ее не использует. Он играет в какие-то игрушки, в кого-то. Вечно кому-то подражает, думает про кого-то. Не только не думает о самосознании. Кем-то хочет стать, непонятно кем. Стань самим собой. Счастье, брахма-бхуты, в нашем случае означает постоянная занятость в служении. Здесь говорится, природа Бога ачьюта. Почему? Мы служим ачьюте, непогрешимому. А почему непогрешимому? Здесь Прабхупада объясняет в стихе, то есть описывается. Потому что основная его обязанность, он так считает, заботиться о преданном. Он непогрешим, о себе он не заботится вообще. Сам. Кришна даже сам не одевается. Его одевают. Во Вриндаване Кришна даже не одевается и не украшается. Он даже сам не ест. Его кормят, его одевают, его купают. Его зовут, тогда он придет. Сам он ничего не делает, ничего не делает.
Это положение Бога, ему делать нечего вообще. И чтобы прийти на эту планету, должна была Бхуми обратиться коровой, пойти к Брахме, вызвать у него сострадание, и Брахма, великой медитации, глубокой, должна была обратиться к Верховному Господу, передать все это сострадание и призвать его, и чтобы Господь Читания пришел, должен быть Адвайта Ачарья, призвать его сюда, с таким состраданием, что оболочки Вселенной проникла через оболочки Вселенной. Он не приходит сам по себе в этот мир, у него нет к этому интереса, но когда преданные зовут его, он сам приходит, чтобы защитить своих преданных, заботиться о своих преданных. Причина, на самом деле, прихода его в материальный мир только это, забота о преданных. Но одновременно, говорится, он может убивать демонов, восстановить религию. Второстепенная причина. А чью-то непогрешимый, он не вмешивается в этот материальный мир ни в какие дела. Но как только преданные испытывают трудности и обращаются к нему искренне, он обязательно проявит милость. Он очень деятельным становится, хотя ему нечего делать. Итак, Друва Махарадж совершал чистое преданное служение, выполняя обязанности царя. Таким образом, принес огромное благо всему миру. Ради этой цели он был царем. Не ради того, чтобы иметь положение, известность. Ради того, чтобы получить благо. Люди получали благо. Он знал, как людям дать благо. В конце концов, их нужно привести к Кришне. Он совершал эти обряды для тех людей, кому это необходимо. Для большинства людей необходимы обрядовые какие-то системы знаний. Обряд — это сатва, это признание высших сил. Это некоторая жертва, также жертвоприношение, очищение, постепенное очищение из года в год или из жизни в жизнь, неважно, но цивилизация устроена так, что все очищаются. Кто-то может очиститься, просто услышав святое имя и начать преданное служение. Кому-то нужно пройти через аскезы. Даже многие начинающие преданные, они совершают аскезы. Они чувствуют, что им это нужно. Они могут подолгу поститься, многие преданные, или соблюдать все экадыши, или повторять больше кругов. Они чувствуют эту необходимость в аскезах. А кто-то не чувствует такой необходимости в аскезах. Хануман, допустим, никогда не повторял 16 кругов. Мантры. Вообще мантру не повторял. Он занимался служением, не было необходимости. Как Прабхупада говорит, Гаруда не вегетарианец. Чистый, преданный. То есть, есть такая природа. Есть природа предавшихся душ. Там нет правил предписаний. Чистый, преданный. Но для того, кто не очищен, необходимы вспомогательные какие-то процессы и жертвоприношения, обряды. Они помогут людям тоже. Не смейтесь над ними. Что кто-то слепо проводит обряды. Если он не гордится этим, это тоже поможет ему постепенно очиститься. Даже, Прабхупада говорит, сахаджи очищаются постепенно из жизни в жизнь, которых мы критикуем. Потому что все равно так или иначе о Кришне думают. Пусть искаженно, но так или иначе, для них тоже есть такая возможность. То есть мы видим, что люди разные. У каждого есть какое-то свое отклонение. И немногие могут принять прибежище у лотосных стоп гуру и предаться наставлениям гуру. Не такое большое количество людей. Но думать о Боге, естественно, для каждого человека, так или иначе. И задача этих жертвоприношений обрядов – умиротворить общество. Вот этим цена ведической культуры. Хотя есть разные формы поклонения, разные веры, то есть Вишну – Бог один, и жертвоприношения все делают для Него. Это объединяет всех людей при помощи концепции единого Бога, единой абсолютной истины. И Друва Махарадж сделал это, он знал, что люди должны помнить, что один Верховный, в итоге все это делается для Него. Кришна говорит Бхагавадгите, что все жертвоприношения для его удовлетворения должны совершаться для его удовлетворения. И те, кто поклоняется полубогам, поклоняются мне, он говорит тоже. На самом деле мне, просто делают это не очень правильно.
И шастры рекомендуют такие вещи. Прабхупада говорит, что если человек не может предаться Кришне, он может поклоняться полубогам. Я читал в комментариях, что есть люди, которые будут к этому склонны. Хотя это не прямой путь к Богу. Но косвенный тоже необходим. Ведическая культура предусматривает различные пути для людей. Век Кали, конечно же, все это тоже будет. И даже сейчас мы уже видим в нашем западном обществе от ИСКОН, от ведической культуры уже есть люди, которые поклоняются и Шиве, и Дурге, и Ганеше. Факт. Даже преданные некоторые поклоняются Ганеше, Господу Шиве. Шивалингам я видел в одном городе, у преданного, там столько шивалингам поклоняется Шиве. Непредосудительные поклоняются ему как чистому преданному. И кто-то спросил, вышел Прабхупада из учеников, а можно поклоняться Ганеше? Говорит, если будете каждую неделю приносить 100 тысяч, поклоняйтесь. Если будете поклоняться 100 тысяч, каждую неделю должны приносить или месяц 100 тысяч долларов. Он говорит, что Ганеша дает очень большие деньги. Если вы намерены поклоняться, то каждый месяц приносите 100 тысяч долларов. Все подумали, нет, это круто слишком. И Прабхупада начинал свою деятельность в Америке с того, что давал санскрит. Обучал санскриту. Школу санскрита какую-то открыл. Ну, конечно, там была одна Бхагавад-гита, Шримад-Бхагава там. И преданные, которые уже стали понимать смысл того, что Прабхупада объясняет нас санскрита, они стали говорить, а можно нам тоже учиться санскриту? Очень здорово. Говорит, да. И стал давать уроки санскрита. Но через короткое время преданные сказали, а может быть, не нужен санскрит? Прабхупада сказал, да, он не нужен санскрит на самом деле. Но он сделал это для людей, потому что у них есть эти интересы. Как? Это же привлекательно должно быть. Если это не на санскрите, это не будет так уж привлекательно. Но санскрит, если его разбирать, это удивительный язык. Но если мы начинаем понимать суть преданного служения, уже не так это важно. Глубина есть везде и во всем, не только в санскрите. Если мы в сознании Кришны, мы уже везде увидим Кришну. Об этом также говорится в Бхагавад-гите Мадстани Сарава Бутани. Так смотрит на мир Маха Бхагавата. Он видит то же самое, что и все остальные. Но при этом он видит не деревья, горы, города или небо, а Верховного Господа, которому он поклоняется, поскольку все сущее покоится в нем одном. Это интересный момент, что преданный видит то же самое, что и все остальные. Пада не раз говорил эти вещи, потому что его спрашивали, а как преданный видит окружающий мир, как он видит Кришну? Он видит его с флейты или как? Повсюду, как вы видите Кришну? Он по-разному отвечал. Да, но один из ответов здесь говорится. Преданный видит то же самое чистое, что и мы видим. Но он не видит ни деревья, ни горы, ни облака. Не так называется все это. Это неправильное название. Неточные, неполные объяснения, условные обозначения. Мы должны видеть, что все это разум Всевышнего, его проявление. Все вместе взятое. Если смотрите отдельно что-то, вы не увидите Кришну. Возьмите отдельно какое-то насекомое. Где там Кришна? Отдельно любое живое существо, отдельно человек, где там Кришна? Ну, телесные потребности, полно невежества, недостатков. Вы сразу видите кучу недостатков. Но как только вы увидите целиком все живые существа и взаимодействие, вы поймете, Кришна, Кришна. Это взаимодействует так, они взаимодействуют так, что даже не знают об этом, как все это поддерживается. При этом каждый участвует в этом творении, в поддержании его. И это только Кришна может делать. Знает все живые существа, вместе взятые, одновременно. Они все действуют под управлением, под контролем, потому что все целиком имеет способность поддерживать себя, воспроизводить себя. И в результате мы имеем в виду, имеем с вами стихии, моря, океаны, леса, много живых существ, люди, все работает, все взаимодействует, воздушные, водные стихии, огненные стихии, все равновешено, идеальным образом. Жизнь поддерживается. Кто знает об этом? Из живых существ. Даже человек ему с трудом понять можно все это. Так это Кришна. Это есть тот самый разум, мы можем увидеть его.
Это один из моментов, который можно вот объяснить согласно комментарию Прабхупады. Он может увидеть Кришну. Более того, можно даже услышать флейту. И даже можно услышать Бхагавад-гиту, наблюдая все это. Это не отличается от Кришны. Бхагавад-гита не отличается от Кришны. Эту науку он рассказал Богу Солнце еще 120 миллионов лет назад для того, чтобы начать творение. Великие личности все самые великие личности во Вселенной знают Бхагавад-гиту. И весь мир создан по образу и подобию Бхагавад-гиты, по образу и подобию Кришны. Итак, у нас есть много возможностей видеть Кришну, слышать Кришну, думать о Кришне. Такое видение Маха-Бхагаваты таково. Таким образом, Маха-Бхагавата, возвышенный, чистый, преданный, видит Господа повсюду, а также в сердце каждого живого существа. Эта способность развивается у тех преданных, которые достигли очень высокого уровня преданного служения Господу. Когда человек хитрит, мы здесь не видим Кришну. Мы чувствуем фальшивка, не доверяем. Но когда он действует искренне, согласно всей природе, мы видим Кришну. В этом есть сила. Невидимая сила. Замечали это? Это становится убедительным. Говорите согласно своей природе. Вы будете очень убедительны в проповеди. Вчера мы обсуждали с Бхактивинодом Кришной Махараджем некоторые темы проповедей. Не так уж и много у нас проповедников, которые проповедуют новым людям. Хотя у нас есть немало проповедников в нашей среде, интересных, преданных, которые могут философию объяснять. Изучить философию недостаточно, нужно занять свою природу. Не так, что мы знаем философию, проповедовать не умеем. Главное – занять свою природу в служении, свою речь, свой ум. И природа, она самая убедительная. Люди будут верить в это. Но и как только мы будем кому-то подражать и кого-то имитировать, нет успеха. То есть Прабхупада говорит, недостаточно слушать и запоминать. Нужно осмыслить и выразить. Шраванам, киртанам должны изнутри сердца прославить, как это вы чувствуете в отношении с Богом. Изнутри своего сердца вы должны это сделать. Свою природу использовать. В этом могущество каждого человека. Оно уже есть. Природа это уже есть. Нам не нужно ее подменять. Никакой другой природы. Таким образом будем иметь тысячи миллионов проповедников. Успешных. Когда один преданный пожаловался Прабхупаде, что он не может запомнить санскрит, Прабхупада сказал, ну это не так важно. Он не настаивал. Ты можешь выразить своими словами, как понимаешь. Если ты знаешь суть, ты можешь выражать своими словами Бхагавад-гиту. Шримад Бхагават. Не создавайте формул стереотипов. Санскрит – это не стереотип. Если вы изучали кто-то санскрит, вы знаете. Это самый свободный язык. Важно просто быть в сознании Кришны, любить Кришну. А миллионы можно способов найти проповеди. Миллиарды, что не человек будет новый способ. И Прабхупада говорит, ваши примеры никогда не иссякнут. Это же Кришна. И каждый может совершенно по-разному это делать в сознании Кришны. Если вы изучаете физику, Прабхупада, вы можете как физик доказать, что Бог существует. Чем бы вы ни занимались, вы можете через свою деятельность доказать, что Бог существует. История с Брахманом и сапожником прекрасно рассказывает об этом. Когда Нарада Муни встретил Брахмана и встретил сапожника. И Брахман следовал просто ритуалам. Цитировал шастры, он прочее, он делал эти вещи. Но он не верил в Бога. Его природа была отчуждена от Бога, отделена от Бога на самом деле. Он делал это чисто внешне. А сапожник просто сапоги чинил. И Нараяна дал возможность проверить Нарада Муни, что он прав, что Брахман не вернется в этой жизни к Богу, а сапожник вернется.
Скажи, что я здесь, в духовном мире, продергиваю слона сквозь игольное ушко. И ты увидишь сам, что у брамана нет веры в меня. А у сапожника есть. Потому что Нарада сомневался, как это такой браман не вернется к Богу в этой жизни. Почему сапожник неграмотный? Но когда он сказал о том, что Нараяна продергивает слона сквозь игольное ушко, браман возмутился. Какие-то глупости ты говоришь, Нарада? Зачем это мне, этим глупости заниматься Нараяной вообще? И как можно слона сквозь игольное ушко? Не вижу ни смысла, ни логики, ни пользы. Бессмысленно какая-то деятельность. И что, Нараяна занимается какой-то бессмысленной деятельностью? Нет, я в это не верю. Но когда он сказал сапожнику, что Нараяна в духовном мире занимается особой какой-то игрой, придумал. Берет слона за хобот и сквозь угольное ушко пым, продергивает его, а потом за хвост обратно так же пым, продергивает. Ну вот так, пым, пым, пым. И все, и слон счастлив, и иголка, и все. Все довольны. То сапожник, он очень восхитился, он сказал, вот это да, вот это удивительная вещь какая. Даже Нарада, он, знаете, сам удивился, говорит, ты что, веришь в это, что я говорю? А почему ты веришь в это? А что тут такого, сказал, что для Нараяны невозможно? Вот я сижу под этим деревом, баньян. Это гигантское дерево, а ведь всего он может поместить его в такое семечко. Если он может такое гигантское дерево поместить в такое маленькое семечко, то почему не может продернуть слона за кузыгольное ушко? Он все может. Ну, наверное, даже дыбом волосы поднялись. О, вот это сапожник. А всего-навсего он использовал только свою природу. Он просто чинил обувь. Но он это делал в сознании Кришны. И он могущественно может говорить, такой человек, потому что он видит Кришну. Как здесь говорится, он не видит горы, не видит облака, он видит Кришну. Мы можем научиться этому видению. Через Бхагаватам можем научиться. Через шастры, глазами шастры. Легко. Не ждите, пока появятся эти глаза, и мы увидим перед собой уже форму Кришны. А как же шастры? Это наши настоящие глаза сейчас. И природа. И особенно наш разум, наша природа. И Брахма Самхите сказано «Преманджана чурита бхакти вилачанена». Чтобы видеть Господа повсюду, недостаточно обладать развитым воображением или заниматься так называемой медитацией. На это способны только те, чьи глаза умощены бальзамом любви к Богу. Вот здесь Прабхупад говорит, что это уже любовь к Богу, если мы обретаем такое видение этого мира, находясь в этом мире. Если преданный любит Кришну, ненавидит этот мир, не очень хорошее сочетание. Испытывает неприязнь к этому миру. Если мы любим Кришну, мы будем видеть Кришну везде, пока мы живем в этом мире. Есть, конечно, здесь плохие моменты очень. Кали, тут океан просто плохих вещей. Это факт. Но давайте отделим Кришну от не Кришны. И вы увидите, очень много хорошего в этом мире можно найти и воспользоваться для преданного служения. И хороших людей очень много, их больше, чем нехороших на самом деле. Потенциально их еще больше даже. Мы можем все это увидеть через деятельность сознания Кришны. Сколько хорошего в людях можно пробудить, оказывается. А можно пробудить и плохое, безусловно. И Кали-юга пытается пробудить низменные инстинкты, низшая энергия, а Кришна... Господь Чайтанья пробуждает высшие энергии. Кто кого, посмотрим. Предопределено, что слава святого имени распространится в каждом городе и деревне. Кришна все равно победит. Если Кришна кого-то хочет защитить, никто его не сможет унизить. Если Кришна кого-то хочет убить, никто не защитит такого человека. И так можем принять полное прибежище в святом имени Веккали, выполняя свои обязанности и занимая свою природу. Вот в этом ответ, согласно этому стиху, здесь говорится, забота о преданных, это делает Ачьюта. Я думаю так, что этот стих подобрали для именно этого момента, именно эта строчка здесь должна быть центральной, да? Так я понял, забота о преданных. Поэтому подобрали этот стих. Но мы достаточно много говорили о заботе о преданных. Но если мы не сможем понять свою природу, мы не сможем понять и другую природу, уважать.
Если я буду все мерить только согласно своим качествам, я не смогу помочь своим преданным, окружающим преданным. Как это возможно? Нужно распознать, помочь распознать природу каждого, кто общается, кто ждет помощи. В этом ответ. И эта природа, занята в служении, сделает его счастливым, этого человека. Никто не способен дать счастье, кроме Кришны. Никто. Гуру, он связывает ученика с Кришной, и так он достигает цели. Никто на это не способен, кроме Кришны. Кришна – абсолютное благо. И также наша роль – именно связать, дать возможность любому из нас здесь, пришедшему или вновь пришедшему, или старому преданному, занимать свою природу в сознании Кришны. Не критикуя и не сравнивая эти вещи без зависти. А мы все очень разные. Это разнообразие. Хорошо. Поэтому у нас много возможностей с этой точки зрения. И социальных, и экономических, и даже политических, и нравственных. Любых. С точки зрения науки. Во всех областях мы можем действовать. Где угодно. В сознании Кришны. Какие будут вопросы, пожалуйста? Да. Для начала. Микрофон. Хари Кришна, спасибо, Гуру Махарадж, за лекцию. У меня вот вопрос по вечерней лекции остался. Где вы? Я вас не вижу. Вы говорили о том, что у Шрилы Прабхупады особый подход в книгах, когда он постоянно повторяет о сознании Кришны одну и ту же мысль, чтобы она дошла до сознания человека. И когда, в принципе, проповедуешь обычным людям, тут они читают, проблем не возникает. Но когда проповедь идет высокоинтеллектуальным, образованным людям, которые хотят своим разумом разобраться, они не настроены изначально отрицательно к сознанию Кришны, не считают его чем-то неудачным, они начинают читать книги, видят эти повторы, эти техники, которые используют. И они начинают считать, что это секта, потому что такие же техники используют в КГБ, в рекламных кампаниях, когда одно и то же все время воздействует на мозг. А они хотят, чтобы им дали просто информацию, чтобы они сами могли сделать свои выводы, вот не давлея на них. И вот в результате вот того, что они читают, они наоборот отказываются и начинают считать, что сознание Кришны – это секта. Вот как быть в такой ситуации? Для таких людей есть другие формы передачи знания. Они не будут принимать знания из книг Прабхупады, допустим. Но они услышат это откуда-то, информацию просто. И есть другая сторона, почему они не хотят быть последователями Прабхупады именно, потому что они, в принципе, материалисты, не хотят быть ничьими последователями. Они хотят иметь свое мнение, поэтому им лучше от кого-то услышать и как свое мнение уже изложить потом. Так они проповедуют, материалисты. Волей-неволей. Сейчас уже многие материалисты пытаются доказать, что Бог существует в физическом мире. Они просто это где-то услышали. Сейчас многие ученые пытаются доказать, что Земля плоская. Но уже доказали фактически это. Представьте, они же это где-то услышали. И мы даже знаем, где они это услышали. Но они это сейчас выдают от себя, как свое открытие. Вот что их интересует. Им также нужен престиж, собственно. В этом главная их задача. Не просто найти правду, а еще престиж получить. Быть как бы, обладать правом на эту правду, на эту истину. Эксклюзив их интересует. То есть я это говорю, не кто-то, я сам, я думал, я сделал это. Вот, поэтому у них есть другие, для них есть другие формы передачи знаний. От кого-то они это услышат так или иначе. Если они не услышат это, скажем, от читания Чандры, то услышат от Александра Хакимова, например. Ну, такие курьезы бывают, я вот слышал такие вещи. Это не только меня касается. Они говорят, я слушал, говорит, читание Чандры, говорит, не то. Лучше Александр Хакимов все-таки. Потому что там вот адаптированная информация как-то для них более... И не требует никакой преданности, предания не требует. То есть вы сами решаете, и они говорят, это лучше. То есть так или иначе, они тоже хотят получить знания, эти люди. Пусть получают. Мы не завидуем никому. Пусть получают все, что хотят. Пусть проповедуют, как могут. Но этот вопрос был не по теме сегодняшней. Так? Не начало? Или где? Можно? Да. Спасибо, хорошо. А скажите, пожалуйста, как избавиться от змеиной природы? От чего? От змеиной природы.
Как избавиться? Ну, просто не кусать, и все. Ну а только что, делать вид, и все. Что делать, если он так сильно? Ну, например, человек испытывает зависть. Естественно, что мы все кому-то завидуем. Ну, с одной стороны, это очень плохо, с другой стороны, ну, это и факт, как мы живем с этим. И что делать? Ну да, как вот это вот преодолевать? Когда... Ничего не делать. Ничего не надо делать. Это надо терпеть. Вот таким образом. Хочется укусить, но что делать? Надо терпеть. Вот укусил бы я, в уме уже столько раз укусил. Порвал просто, много раз уже. Но я могу терпеть. Трината Пису Ничина. И повторять Хари Кришна. Так, так, можно постепенно задушить эту природу. Не давать ей пищу. Спасибо. Спасибо большое, Хари Кришна, Гуру Махарадж. Я хотела спросить вот про завод о преданных. Я сейчас много общаюсь с теми, кто только-только присоединяется к нашему движению. И это... в основном матаджи, и у них вот как раз есть это умонастроение, большая потребность в аскезах. Я хотела спросить, можно ли как-то минуть этот этап? Если да, то как им помочь его минуть? Вот. Какой этап вернуть? Вот, и минуть этап аскез тяжелых. Аскез тяжелых? Да, это зачастую неблагоприятно для здоровья тела. Можно ли как-то без этого обойтись? Неблагоприятные аскезы для них? Ну да, постятся сильно, месяцами. Ну, значит, что-то натворили в прошлом. Да, да, да. Ну, вот уже индивидуальный момент. Как без аскез? Ну, может, просто можно одну аскезу заменить другой аскезой. Если человек поедет в Дхаму, на парикраму, всего 7 дней, там тоже аскеза, но она может заменить сотни тысяч постов. Или в Акадыши повторять больше мантры тоже может дать такой результат, знаете, многократный. Вот таким путем, может быть. Но, похоже, не, без очищения не обойтись людям. Они чувствуют это. Когда они приступают к практике, они чувствуют, что им нужно очищение. И они пытаются как, тоже какие-то аскезы делать. Помогают постепенно. Важно, чтобы они постились все-таки в Экадыши больше. Пост должен быть... духовной цели преследовать. Люди склонны к определенному пути к Богу, значит, изначально души из христианского духовного мира или мусульманского. В духовном мире и христиане, и мусульмане имеют одну одинаковую природу. Тот, кто был демоном здесь, или при этом здесь, в духовном мире, они имеют одинаковую природу. Если кто-то здесь исповедовал одну религию, кто-то другую религию, в духовном мире они имеют одинаковую природу. В общении с Богом они имеют одинаковую природу. Дух един, говорится, по природе, по природе. Христианство, мусульманство, это же не важно. Думаете, это важно? Можно быть христианином, можно быть мусульманином. Это вопрос выбора личного. Важно быть настоящим мусульманином, христианином. А это проблема. Вот это и есть главная проблема. Вот почему Прабхупада принес сознание Кришны. Потому что только по названию сейчас люди мусульмане или христиане. Искреннюю душу найти очень трудно, которая на самом деле живет согласно священным книгам. С одной стороны, кстати, преданные, они следуют всем религиям. Знаете об этом? Они следуют христианским заповедям. Они следуют нравственности и морали мусульман. Они строги, как ветхозаветные верующие, которые Библию исповедуют, иудеи. Очень строги. Все есть. Все эти настроения есть тут. Поэтому вы должны знать, что вы фактически трансцендентны к любой религии. Вы исповедуете любую религию, проповедуете сознание Кришны. Все религии сразу. Это как бы сущность всех религий.
любовью к Богу и преданное служение. Поэтому вряд ли разумные мусульмане будут преследовать преданных или разумных христиане, видя эту суть. С одной стороны, бхакты не лишаются плодов кармы, гьяны, йоги и так далее. С другой стороны, бхакти сжигают все эти плоды. Пожалуйста, разрешите это противоречие. Да, боитесь, что подгорит все. Плоды придут, а бхакти сожжет все. Что ж я получу? Вот это опасная бхакти все-таки. Пока они сгорели, должны съесть их быстро. Что здесь имеется в виду? Как они сгорают? Бхакти имеет особую силу. Например, карма-йога. Мы действуем так. Плод кармы — это какое-то приобретение. Скажем, $1,000,000. Но если вы это сделали для Кришны, как вы поступите с $1,000,000? Немедленно его займете в служении, потратите тут же, верно? Все, сгорит планета Санкиртана. И из этого жертвенного огня появится духовный мир здесь просто. Это не тот костер, где просто все в пепел превращается, знаете, погребальный костер сознания Кришны. Это жертвенный огонь. Из жертвенного огня рождается все самое лучшее потом. Если вы в этот жертвенный огонь предлагаете свои труды, свои плоды, то возрождается настоящее. Не путайте с погребальным костром. Сегодня на лекции была мысль, что нужно занять свою природу в служении Кришне. А как понять свою природу? Да не надо ее понимать. Например, если вы наедине остаетесь, никого нет. Вы просто лезете в нос туда. Это ваша природа, вот сама делается. Это же не сложно. Как только нет никого, и где-то иногда вы сидите и думаете, вот я бы делал то-то, то-то, но я в сознании Кришны не могу это делать. Не так ли? Не так ли? А вы подумайте, а это противоречит сознанию Кришны, ваше желание? Проанализируйте это, почитайте книги с этой точки зрения, вы увидите, что не совсем так. Что это не совсем так, как вы думаете. Конечно, если мы последуем какой-то материальной природе, и которая обещает нам плоды, это можно увести от цели. Плоды деятельности, да, могут увести нас. То есть в этом смысле природа материальная опасна. Это в Гите говорится, что именно плоды и карма-бандана, вот что опасно в чем. Что мы следуем своей природе, а природа дает материальный плод. Я привязываюсь к этому плоду. Но мы говорим в сознании Кришны. Мы должны занять свою природу. Гите Кришна говорит об этом. Кшатри, сражайся, но без желания плодов. Поэтому проанализируйте свою природу. Как был случай, что одна женщина написала мне письмо преданное. Написала письмо и сказала, что она очень страдает сознание Кришны. При этом она всему следует, и как бы все и хорошо, в то же время у нее какие-то внутренние проблемы. Никак она не пытается эти проблемы очистить своей практикой. Не может. Вот она написала письмо. Я ей написал тоже письмо. Пишу. Ну, напиши, что ты хочешь. Она говорит, ничего не хочу. Хочу предаться Кришне, только это. Нет, нет, напиши, чего ты хочешь. Материальный смысл слова сейчас. Я понимаю твою позицию, что ты отрекаешься, но что ты хочешь, желание свое пиши. Это я хочу слышать от тебя. Письмо было очень большим потом. А список не кончался. Я сказал, так это же здорово, смотри, ты это все можешь занять в служении Кришне. Столько возможностей у тебя, а ты ничего не делаешь. Ты повторяешь мантру и ждешь, когда Кришна спустится к тебе. Но у тебя столько возможностей служить Ему. Конечно, говорится, под руководством гуру, потому что служение не должно привязывать нас к плодам деятельности, к славе и прочим вещам. Поэтому гуру должен быть принимающий это служение от ученика. Все принадлежит плоды гуру, говорится, и Кришне. Вы отдаете это от всего сердца. Под этим руководством все хорошо. Гуру, в свою очередь, дает своему гуру. Есть преемственность, чтобы Кришна получил этот плод
Бхоктарам яги атапасам. Для него все эти яги, все эти тапаси, все усилия вот туда нужно направить. Но как занять свою природу? Из своей природы это можно только сделать. Не из чужой. И подавляя природу, в Гите написано, невозможно обрести совершенство. Поэтому мы учимся этому в сознании Кришны. Сейчас модная тема женственности. Длинные юбки, цветы, косы. Не делать работу мужскую. Если ты девушка, целомудренно, но не подходишь под эти рамки женственности, нужно ли меняться, бросать работу, сидеть дома, изучать рецепты, заниматься своей внешностью? Ну, какая-то искусственная теория. Вы думаете, это женственность? То, что тут написали, сидеть дома? А кто же увидит вашу женственность, если будете сидеть дома? В этом проблема. Хочется же показать свою женственность всем. Вот об этом думайте. Как увеличить материнскую энергию? Это вершина женственности. Она освобождает женщину. Это вершина женственности освобождает женщину. Это и есть настоящая эмансипация. Освобождение. А не то, что она превращается в мужчину. Итак, для матери что-то запрещено? Скажите. Сидеть дома? Что там еще? Все можно матери делать. Все, что нужно. Она очень умелая. Она все умеет делать. А если не умеет, научится. Потому что она ответственна за детей. Она универсал. В этом качестве она просто универсал. По-другому я не знаю, как быть. Потому что женственность в другом смысле опасна в этом мире, говорится. Женщина сильна в своем влиянии на мужчин. Если она не мать. А это опасно. Поэтому в нашем движении должны быть очень сильные женщины. Материнская энергия. Мощная материнская энергия. Это спасет многих людей. Когда люди умирают, они все кричат «мамочка». Вот он пример. На чем держится вся их деятельность, все их героические поступки, все их крутые дела. Мамочка там есть. Какая-никакая, так сказать, потому что разные мамы бывают. И тем не менее, мать – это главная основа этого мира. После Бога, говорится в Манусамхите. Итак, осознав этот принцип, мы сможем очень могущественно распространять сознание Кришны. Куда еще люди придут, когда им будет трудно? Преданным придут. Если это так, если мы освоим эту науку. Все будут спрашивать преданных. Всем нужна мать, всем нужен отец. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.